Всем здравствуйте. Сегодня какое-то марта, 22 или 21 или 23. Поедем с Вороном, попробуем в лес проехать, докуда доедем. Вон у нас там Яра красавица ходит, ждет своего времени. Приучена только к веревке. И садиться я на нее ни разу не пробовал. Сузду одевал на 3-4. И сейчас тоже не одеваю. А этот уже мой пенсионер. Уже ко всему приучены. Да? Красавица. Поедем. Да куда доедем? Если доедем. Если снег маленько, корочка оттаяла, мы подальше доедем. Если нет, то нет. Вернемся. Так-то у нас еще зима зимой. В лесу хоть днем и стоит плюсовая. Снег такой маленько стал влажноватый сверху. Вроде более-менее коню идти. Приехали мы. Вот он у меня смотрит. Тут висит петух. Не прошел естественный отбор. Тут фотоловушка у меня. Думал я куницу поснимать. Она тут постоянно бегала. И не прибежала. В общем, 2 недели фотоловушка отстояла. Сейчас мы ее заберем и увезем в другое место. Снегу вроде позволяет. Я думал, корочка будет плотная сильно, что ворону идти неудобно. Но она вроде как бы сейчас влажновата. Самая верхняя, которая снизу, он ее продавливает. Ему идти более-менее. Так что поедем мы дальше. Сейчас вещи забираем и в путь. Вот так вот сейчас козликом перебираться. Видел штук, наверное, десяток. Обычно здорово убегают. Но это почему-то одна. Поле пытается перейти. Ветер от нее сильный. Как бы может, если ее напугать, она бегом быстро побежит прыжками. Но перебирается пока вот так вот тут. Снега вообще местами много. Если до земли провалится и раз по пузо, а туда, куда она идет, там еще глубже может оказаться под лесом. Я сейчас шел, чтобы ее заснять, мне было по колено, ой, по колено, по пояс. Вот так вот тут ворона привязал. Это тоже не самая глубокая, есть на дымы ему по шею. С полей в кусты, но мы в такие не лезем, объезжаем. А вот такая глубина, как бы и по колено ему, и вот такой уровень основной. Вот уже вот такие рожки у козлика. Лохматенькие. До этого еще одного видел. У него еще больше были. Ворона нельзя мне одного оставлять. Он сразу уйдет. Скоро будет интересно, да, ворон? Поглядеть. Бегают. Приехал на место, и оказывается, я уже опоздал.
Зверь проснулся. Вот. Хотел я попытаться пробуждение барсука на фотоловушку заснять. А он уже блыкается снегом по колено. Вот теперь и были, видимо, ему жарко стало. Не знаю, посмотрю, куда фотоловушку поставим. Попробуем, может, что-нибудь интересное заснимем. Вот у него тут нора расположена так, что не знаю, как поставить деревья, которые рядом. Охота бы, чтобы и с норы вылазил, снимала. На эту, например, тогда бугор там не видно. Если сюда поставить, вот он тут мимо бегает, куда-то там дальше в лес. Тогда, может быть, нору будет снимать, а дальше опять его плохо видно будет далеко. Не знаю, сейчас подумаю, в общем, и куда-нибудь поставим.